Парад под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Верно! Для встречи слева. Накра! И знамя победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Знаменную группу с государственным флагом Российской Федерации возглавляет командир роты курсантов Новосибирского высшего военного командного училища капитан Иван Калинин. Государственный флаг Российской Федерации несет курсант Максим Глотов. Знаменную группу со знаменем победы возглавляет сержант Андрей Кобря, курсант второго курса. Знамя победы в руках курсанта Алексея Ключко. Это право курсанты заслужили своим добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Лет назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Гонтария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Этот флаг увековечен историей как знамя победы. Гарнизона для парада во знаменование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-майор Луговой. Военно-полевой
параде принимают участие более 3000 военнослужащих различных видов вооруженных сил и родов войск Российской Федерации, а также других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи офицеры! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Уровень подготовки вооруженных сил России постоянно совершенствуется. Офицеры и солдаты демонстрируют высокий уровень боевой выучки в ходе внезапных проверок. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи мотострелки! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте,
Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Уважаемые товарищи, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил, воины Новосибирского гарнизона, прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но 9 мая есть и всегда будет нашим самым главным праздником. Это день нашей народной гордости, скорби и вечной памяти. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Ее приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах. В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре определились исход всей Второй мировой войны. Железная воля нашего народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова, добилась их полного и окончательного разгрома, победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Огромный и весомый вклад в победу внесли сибиряки. В годы войны Сибирь дала России 30 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 21 стрелковую бригаду. Воспитала около 1500 героев Советского Союза, более 200 кавалеров орденов славы всех трех степеней. Сибиряками связаны все крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Сибирские дивизии в числе первых получили наименование гвардейских.
Мы с гордостью сегодня говорим, что боевой путь сибирских дивизий – это летопись из примерного мужества, отваги и ярких боевых традиций. Вечная слава героям-сибирякам! Весомый вклад в победу внесли трудящиеся Сибири и Новосибирска. Все для фронта, все для победы. Этим лозунгом жил город в тяжелые годы войны. Своим героическим трудом в тылу новосибирцы внесли существенный вклад в победу над врагом. Дорогие ветераны, ценой огромных усилий вы разгромили фашизм и принесли освобождение миллионам людей. А после победы героическим трудом подымали из руин города и села, строили мирную жизнь. Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни, кто отвоевал для нас мир. Сегодня знамена победителей по-прежнему в надежных руках. Воины-сибиряки свято хранят историческую преемственность боевых традиций. Мужественно выполняют свой воинский долг. Верные заветам героев-фронтовиков, они надежно стоят на страже безопасности и национальных интересов России. Именно в этой преемственности видится будущая слава и могущество России и ее вооруженных сил. Россия всегда будет хранить память об этой великой победе, о подвигах наших отцов и дедов. Как и они, мы будем также соответственно защищать интересы Родины, будем вместе трудиться и созидать ради процветания, благополучия и мирного будущего России. Слава вам, солдаты Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С днем Великой Победы! Ура! Первая рота прямо, остальные направо. Бу! На плечи! Чего? Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-майор Владимир Луговой. Парад на площади имени Ленина открывают барабанщики Сибирского кадетского корпуса. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов.
Великой Отечественной войны, которые громили врага от Баренцева до Черного моря. По площади проходят парадные расчеты в стилизованной форме военных лет. Первой проходит рота пехоты, возглавляет парадный расчет капитан Роман Козлов. Следом торжественным маршем идут рота военно-воздушных сил и военно-морского флота. Их возглавляют майор Егор Русаков и капитан Сергей Коноплев. Парадный расчет роты почетного караула возглавляет старший лейтенант Азамат Дусантаев, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища 2011 года. В строю роты почетного караула находятся 3 офицера и 43 курсанта 2-го курса. По площади торжественным маршем проходят кадеты Сибирского кадетского корпуса. Парадный расчет возглавляет генеральный директор кадетского корпуса генерал-майор Андрей Бахвалов. Перед трибуной парадный расчет ветеранов военной службы. Командует парадным расчетом генерал-майор Владимир Бабков. Парадным расчетом начальник оперативного отдела штаба армии полковник Виталий Штанов. Перед трибуной проходит парадный расчет 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления. Возглавляет парадный расчет командир бригады подполковник Александр Карапузов. На площади имени Ленина офицеры и солдаты 32-й краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой бригады. Возглавляет парадный расчет командир мотострелкового батальона майор Сергей Филимков. На площади имени Ленина парадный расчет 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени отдельной мотострелковой бригады. Во главе парадного расчета командир мотострелкового батальона гвардии майор Сергей Пономарев. В парадном расчете принимают участие 240 солдат и сержантов. Из них 40 военнослужащих представителей города Новосибирска и Новосибирской области. На площади имени Ленина парадный расчет 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Верлинской ордена Суворова и Кутузова бригады. Парадным расчетом командует командир мотострелкового батальона майор Александр Панченко. Бригада в течение 3 последних лет является лучшим соединением в вооруженных силах Российской Федерации.
возглавляет парадный расчет, ветеран боевых действий, заместитель начальника отдела боевой подготовки, полковник Игорь Чернявцев. Торжественным маршем проходит парадный расчет 24-й отдельной бригады специального назначения. Во главе колонны подполковник Роман Захаров. Перед трибуной проходит парадный расчет 39-й ракетной, гвардейской, глуховской, ордена Ленина, краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии. Его возглавляет заместитель командира дивизии по работе с личным составом гвардии полковник Сергей Чискинов. По площади Ленина проходит парадный расчет 41-й дивизии противовоздушной обороны. Во главе расчета идет заместитель командира дивизии полковник Юрий Костянкин. Авиационной базы армейской авиации. Командует парадным расчетом начальник штаба базы полковник Алексей Лукин. Мимо трибуны проходит парадный расчет пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области. Парадный расчет возглавляет начальник управления генерал-майор Аркадий Чмыхайло. На площади имени Ленина парадный расчет главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области. Командует парадным расчетом заместитель начальник главного управления полковник Василий Тропин. Перед трибуной проходит парадный расчет от главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области. Возглавляет парадный расчет начальник управления по конвоированию полковник внутренней службы Сергей Нейцель.